Ну что ж, дорогие друзья, это был артист номер 9. Из-за того, что исполняется 10 лет лейблу «Геометрия», было заявлено 10 коллективов, и мы выдержали свое слово. Сказали 10, значит, оказалось 10. Сказано, сделано. Вот, и сейчас перед вами выступит коллектив. Центр был весь вечер на арене, так что. С плоским и глупым юмором, но, как говорится, на что способны, то и предлагаем. Вот, и, значит, группа называется «Ночной проспект». И лидер Алексей Борисов играл в группе «Центр» в 80-79 годах. Наверное, кое-кого не было еще в живых, то есть еще не родились. Вот, и какое имеет отношение к лейблу «Геометрия» группа «Ночной проспект»? Три пластинки! Ты сказал, что они тоже не будут. Сказано, сделано. Переслал же, не выдал. Так. «Геометрия» имела честь издать сразу 3 альбома «Ночного проспекта». Пионеры отечественного индастриала. И тут как бы получается, что в самую тему группа называется «Ночной проспект», и сейчас же наступила ночь. Мы еще раз говорю. Группа называется «Ночной проспект». Сегодня паузы на коммутацию. Новые технологии, я же говорил, индустриал. Это не я, звуки издаю, это не я.